Турнир проводился как среди юношей, так и среди девушек. Несмотря на предстоящие праздники, страсти на татами кипели нешуточные. Желание участвовать в турнире изъявили 70 человек из 10 вузов Казани. Естественно, не могли обойти стороной такое крупное спортивное мероприятие и студенты Казанского федерального университета. 10 юношей и 10 девушек боролись за честь КФУ. Среди них есть самбисты, которые уже почувствовали вкус победы на различных соревнованиях. Победители, призеры первенства Республики Татарстан, чемпион Татарстана есть. Приволжского федерального округа победители, также призеры. Участники первенства России, участники международных турниров. Уровень участников был необычайно высок, но несмотря на это, наши спортсмены добились немалых успехов. Трое наших ребят, Станислав Шурупин, Альберт Пасмуров и Эльвир Зайнетдинов, заняли третьи места в своих весовых категориях. Также бронзу в соревновании получили студентки Института филологии и искусств и Института экологии и географии Диляра Ахмадулина и Александра Сорокина. Но главной же сенсацией стало первое место представительницы Института физической культуры, спорта и оздоровительной медицины Алсузы Гидулиной. В финале поединка весовой категории до 56 килограмм она в упорной борьбе смогла одолеть противницу из Павловской академии физической культуры. По словам самой чемпионки, эта победа не случайна. Несомненно, помогла техника, также помогали тренеры с советами. Также немаловажную роль играют тренировки. Этот турнир в очередной раз показал, насколько сильны спортивные резервы нашего вуза и насколько активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни среди студентов Казанского федерального университета. Артем Маслихов, Александр Муравьев, специально для Универньюз.